Краснодарский край назван самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. Отмечается, что среди популярных туристических направлений 88% происшествий фиксируется именно на Кубани. Самые частые причины проблемы с желудком, в том числе обострение гастрита и отравления, а также лор-заболевания. Это синуситы, отиты, фарингиты и прочее. Чаще всего обращения в страховую компанию поступают из Анапы, Адлера, Сочи, Лоу, Санкт-Петербурга. А вот наиболее безопасным считается отдых на Северном Кавказе, а также Казани, Калининграде, Москве, Туапсе и Геленджике. Об этом пишет Лента.ру. А я напоминаю, что партнер выпуска – Центр проблемной стопы «Подоспецифик». Федеральный центр проблемной стопы «Подоспецифик». Помогаем, когда у вас неправильный ноготь, натоптыши, мозоли, трещины, излишняя сухость или потливость ног. Мне очень здесь нравится. Я стараюсь ходить постоянно. Девочки очень вежливые. Цены доступные. Очень нравится. Были проблемы с ногами, стерноневые мозоли на подошвах. Сейчас у меня этого нет. Я довольна всем. Изготавливаем стельки. Прием ведут опытные специалисты федеральной сети. Мы призываем вас не стесняться, не терпеть дискомфорта и боли, обращаться к нам, и мы вам всегда поможем. Наш адрес: Анапа, Парковая, 64, корпус 2. Рядом с военкоматом. Телефон 8 900 235 11 88. Консультация бесплатна. Услуга не является медицинской. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.